Ну что ж, некоторое время уже отыграл Вальхейм. Уже был видос для этого, там можно посмотреть. Это второй видос по Вальхейму. Уже построил дом. То есть до этого, когда я играл, у меня еще и дома не было. Я там только начинал. В принципе, вот такой дом. Если что, это окошки специально, потому что от костра там дым идет. И он урон наносит, вот этот дым. Поэтому это типа окошки, чтобы дым выходил. Тут два этажа, сейчас я покажу. Ну, то есть сначала я вот это построил с крышей, потом крышу снес и достроил второй этаж. С крышей повозился некоторое время. Вообще, типа, эти окошки специально сделал, чтобы можно было из лука стрелять по мобам. Из шмоток у меня, в принципе, Deer Hide Cape. Это, получается, из кожи оленя, вот эта вот накидка. Я хочу еще шлем закрафтить из кожи оленя. Кстати, надо штаны еще закрафтить. Боссов я еще не убивал. Там Драктир или как его, я забываю все время, первого босса зовут. Щит еще, но что-то я щитом не пользуюсь, не вижу большого смысла. Вот можно штанишки закрафтить. Вот теперь штанишки еще будут. Отлично. Теперь шлем. Для шлема мне... Так. Мне нужно 6 кож оленя. А у меня только... У меня только 3. Сложно оленей убивать, потому что... Они как, ну, при виде тебя постоянно убегают. Вечно не могу их догнать. С копьем бегаю. Флинт мне нужен теперь для копья. Бесит то, что быстро ломаются. Снаряжение быстро ломается. И приходится новое крафтить. Так. Флинт нужен. Ну, пойдем. Вода — это пиздец, я так понимаю, что игра еще особо не оптимизирована. Ну, кстати, копье мне нравится, я, в принципе, мобов быстро убиваю им. А, кстати, я в последний раз сдох прямо у себя в убежке от вот этого дыма. Так что с этим надо быть осторожнее. Ну, вот такой дом получается, двухэтажный амбар. Ну, так более-менее солидно выглядит. Скелеты очень сложные. Мобы вот эти вот скелеты, я их долго убиваю. Вот этих оленей тоже сложно убивать, потому что, как я сказал, они убегают. Ну их из лука, в принципе... Блять, я что промазал? Видите, то есть он убежал, я его не догоню уже. А ну-ка, может догоню? Копье, кстати, метать можно, но я им никогда не попадаю почти. Сволочь. Очень сложно, и плюс они доджат еще. То есть они кругами бегают, олени, чтобы, ну, по ним сложно попасть. Я даже не знаю, когда я смогу на первого босса пойти. Я типа хотел шлем сначала сделать. А ну, кстати, так, трофеи, вот, короче, моя прокачка вот такая. Ой, скелет. Вот скелеты, про которых я говорил, их очень сложно убивать. Чего? А где скелет? А, вот он.
Они убивают с двух-трех тычек и сами живущие. Ну, в принципе, если вот так вот отбегать, доджить, то так набафаться надо поесть. Блин, куда он побежал? В принципе, если вот так делать, то их можно убивать. Но все равно, как бы, они очень сильные. Если два скелета одновременно напали, то это все пиздец. Ну, вот этих кабанчиков я ваншотаю, в принципе, когда копьем по ним бью. Почти ваншот, почти всегда. Урон, то есть, тоже разный может быть. Тут, короче, чем дальше от центра отходишь, тем сложнее мобы. Есть мобы, которых я, ну, очень сложно тяну, плюс если они кучками бегают, то убивать вообще очень сложно становится. Ну вот этих я убиваю. Ух ты, ни хрена себе. Впервые тролля вижу. Хотя нет, второй раз вижу тролля. Охренеть, он стрёмный. Если он мне дом не снесет. А ну-ка. Блин, мало дамажу, я его не убью, наверное. Только убегать. Как вообще этого тролля убивать? Мне кажется, его никто убить не может. На самом деле. А ну-ка. А, все, он бежал. Я раньше тролля как-то один раз видел в пещере. Я думал, что тролли... То, что они только в пещерах обитают. Мне почему-то казалось. Бесит то, что очень быстро экипировка ломается. Типа лук уже, считай, сломался. И новый я скрафтить не могу. Кто там ходит? Тут ходил только что. А вон моб какой-то пробежал. Короче, как-то так вкратце. Мой дом, то есть на первого босса я еще даже не выходил. Посмотрим. Так, скриншот даже сделаю. Скоро будет первый босс, но я обязательно это зафрапшу. Как-то так.